Итак, сейчас мы разберемся, как работать в кабинете Cloud Money. Сразу скажу, очень это просто. Такого простого кабинета, наверное, еще никто из вас не видел. Так, вот разделы вашего личного кабинета. Первый обзор. Да? Здесь мы видим, то есть, статистику, нашу личную статистику. Какие у нас вклады, какие у нас зачисления. Сколько у нас сейчас на облачном счете находится, рефералы, в общем, финансовая и партнерская статистика. Здесь же вы можете сделать вклад с этой страницы, нажав кнопку «Сделать вклад». И здесь же вы можете включить или выключить ежедневные платежи. Если вы включаете, вам каждый день на ваш счет Perfect Money будет приходить 1%. От вашего облачного счета. 1%. Если выключаете, то этот 1% будет уходить обратно на ваш облачный счет. То есть сумма вашего облачного счета будет на 1% больше увеличиваться. То есть так в сутки, если бы вы заказали вывод, облачный счет бы увеличился на 1,76%, а так он будет увеличиваться на 2,76%. Так, ладно. Включить, сделать вклад, статистика. Переходим на следующую вкладку «Мои вклады». Здесь вы видите статистику по вашим вкладам. Все, подробная статистика. Когда, сколько было вложено и выведено. Да? Все. Транзакции. Здесь подробная информация о движениях по вашему кабинету финансов. Выплаты, пополнения, реферальные начисления, когда, сколько. И здесь статистика партнеров подробная, первая, вторая, третья линия. И ваша реферальная ссылка, вот здесь она находится. В настройках мы видим кошелек, автоматические выплаты, это еще не разобрался, автоматические выплаты. Так, скорее всего, тоже ежедневные платежи. И я готов подключить API. Это значит, готов ли я принимать на хранение деньги системы. То есть принимать себе на хранение деньги из облака. То есть это будут не мои деньги, а деньги облачные, но они будут храниться у меня на счету. Так, вот и все. Вот и весь кабинет. Такой простой и понятный.